Спортивные страсти на футбольном поле стадиона «Припять» кипят еще с 1 июня. За это время каждый из участников турнира, а это 8 пинских команд, успели разыграть друг с другом по 2 матча. До окончания чемпионата, который завершился 11 августа, оставался еще ряд игр, как уже были выявлены призеры многолетнего футбольного первенства, а с ними и лучший судья. Таким был признан Вадим Захаров. Ну, конечно, преобладают в нашем чемпионате эмоции, адреналин бьет через край, но все-таки наши команды, особенно в последнее время, очень себя профессионально ведут на поле. Бронзу в этом турнире отстоял достаточно известный в Пинске футбольный коллектив «Омега». Он уже не первый раз побеждает в традиционных мини-мундиалях нашего города, почитаемых и любимых не одним поколением пинских спортсменов. Это действительно дорогого стоит. Мы все, ну, может быть, кто-то глубоко в душе, но все понимают подсознательно, что это очень большое дело. Есть минусы, там, условия, в которых это все проводится. Но где сейчас вообще это все проводится? Пинск – это один из, наверное, последних городов в Беларуси, где это еще осталось. На ступеньку почетного пьедестала сумел пробиться еще один постоянный лидер городских футбольных состязаний. Это СПМК-28. В турнире команда, которой, по заявлению ее капитана, не повезло из-за травм и отсутствия основных игроков, выступила, имея в составе ряд новичков, выпускников спортивной школы. На самом деле такая тенденция, что чемпионат не обновляется в плане игроков. Сформировался какой-то костяк одних и тех же игроков, они вот играют. Какое-то вливание среди молодых игроков нету. Хотелось бы, чтобы, да, вот тех же ребят из дешора кто-то брал, если не задействованы ни в каких командах. То есть футбол должен развиваться, потому что чем дальше, у нас тем меньше команд в городе. И первое место городского чемпионата досталось коллективу «Пинск-Древ-Атлетик». За весь турнир команда, в которой выступил лучший бомбардир первенства Максим Фомин, только один раз проиграла серебряному призеру СПМК-28 и допустила одну ничью. Это принесло Пинск-Древу «Атлетик» уже второй год подряд главный приз турнира – кубок. Хорошие соперники, конечно, нам попались. Это «Волна», это ПМК, конечно, спасибо. «Омега», ребята очень бились. «Фортуна» тоже, ребята молодые, агрессивные. Но, честно скажу, что уже на данный момент команда у нас как бы сформировалась уже годами. Приятно прийти на стадион и посмотреть, как играют команды. И команды играют прекрасно. И молодежь стремится к этому. И немножко, чтобы еще создать побольше в городе, ну, энтузиазма, короче, чтобы еще больше молодежь шла, короче, на футбол. Я считаю, что должны работать немножко предприятия и руководители заниматься этим, хотя бы поддерживать. Вместе с болельщиками многие участники городского чемпионата мечтают только о хороших перспективах для пинского любительского футбола. Главными в очередной раз называют улучшение условий проведения местных чемпионатов и создание команды, которая отстаивала бы честь нашего города на областных турнирах. На базе даже нашего клуба «Пинск-Древ-Атлетик» можно смело держать, как бы, и заявлять команду на областной чемпионат. Потому что есть ребята, можно, например, и на базе «Пинск-Древа» плюс добавить ребята из других команд, и получится очень хорошая боевая команда, и она должна быть в нашем городе, потому что, в принципе, ребята очень много хороших и перспективных. Вот, а чемпионат области – это все-таки тоже есть перспектива. Чемпион области играет в Кубке Беларуси. Сразу после завершения чемпионата 12 сентября на стадионе «Припять» намечено провести суперкубок по футболу. Второй раз в Пинске будет организован спарринг двух лучших любительских команд города. Победителя городского чемпионата нынешнего года «Пинск-Древ-Атлетик» и золотого призера Кубка по футболу «СПМК-28».